В Якутске установили мемориальную доску памяти героя социалистического труда Степана Филиппова. Мероприятие приурочили к грядущему Дню радио. Степан Филиппов проработал в Якутской городской телефонной сети кабельщиком-спайщиком с 1960 по 1998 годы. Его многолетнюю добросовестную работу отметили орденом Октябрьской революции Трудового Красного Знамени, медалью за доблестный труд. Свой опыт и знания Филиппов передавал молодым специалистам. Долгие годы преподавал на республиканских курсах. И мемориальная доска в том числе символизирует связь поколений. С Филипповым, с кабельщиком, спайщиком мы встречались, со многими мои выпускники работали с ним в этой бригаде, поэтому вот дань уважения мы сегодня отдаем, и доска эта должна сегодня, после, собственно говоря, 20 лет небытия, должна, значит, ознаменовать то, что здесь работал такой замечательный человек, герой соцтруда. Для каждого периода времени всегда чествовался человек труда. И сегодня, благодаря Якутской республиканской организации профсоюзов работников связи и при поддержке руководства Ростелекома и органов государственной власти республики, открывается мемориальная доска. В принципе, вот такое, ну, по сути дела, символичное, да, сегодня эта доска, потому что это связь поколений прежде всего и память.